Свердловской области обеспечен необходимый задел по строительству жилья. Ситуацию с вводом квадратных метров в эксплуатацию и льготным кредитованием обсудили на очередном заседании штаба по повышению устойчивости социальной сферы и экономики региона. Основная часть строительных материалов – это все-таки наше местное производство, либо производство Российской Федерации, либо нашего ближнего зарубежья. И поэтому мы делали основной акцент именно на это. Но то оборудование, которое удобно было использовать нам из недружественных сегодня нам стран, да, понятно, что это удобство, оно закончилось, и на сегодняшний день мы просто переключаем эти схемы на те производства, которые, может быть, по менее удобной схеме, но дают тот же результат. Как отметил министр строительства, эта отрасль в числе наиболее поддерживаемых государством. В частности, прорабатываются механизмы, которые помогут убрать административные барьеры. В Свердловской области на сегодняшний день порядка 3 миллионов квадратных метров строящегося жилья. По сравнению с прошлым годом наблюдается рост объемов строительства на 30%. В приоритете возведение социально значимых объектов. Все они должны быть завершены, несмотря на санкции.